Так, у нас это, собственно, main square города Кракова. Такая вот она в тумане. Интересно, неинтересная из себя. Что-то обнесли забором. Ребята сильно думают, куда же нам идти, чтобы найти где поесть. Вот. А мы пока наслаждаемся местными пейзажами. Город, естественно, как и все в Польше, украшен весьма интересно, творчески, не банально. Вот, чего не хватает нашим, естественно, сити-дизайнерам. Так скажем, люди гуляют, несмотря на мокрый снег. Ну, не то чтобы много, но приличное количество людей для буднего дня, для рабочего времени, я считаю, на площади. Вот, так что Краков мы разглядываем и примерно видим вот такие вот пейзажи. Списки Пелос.